Друзья мои, название сегодняшнего видео «Почему тренинги и любые мотивационные мероприятия не дают никакого результата и не могут дать». Четко и ясно я дам ответ на данный вопрос. Почему? Причина заключается в одном. Тот, кто ведет тренинг, это в определенной мере сильная личность, и те, кто слушают этот тренинг, ими не являются. Коротко и ясно. Волк читает овцам, почему им надо отдать им деньги. Нормальное явление. Возьмем Гандапаса. Потрясающий тренер. Умница. Дерзкий. Наглый. Умный. А кто сидит? Лохи сидят, которые ждут, что им что-то в них вольется. Ничего в них не вольется. Вообще ничего. Я читал мотивационные тренинги 10 лет тому назад. Первых 3 дня даже наркоманы прекращали принимать наркотики. Потом все так же. Никто, нигде, никогда не поможет вам и не расскажет, как вам прожить эту жизнь. Это дело личное каждого, как он борется с обстоятельствами. Поэтому знать, что делать, делать то, что надо, и получить результаты вследствие этих дел, это 3 разных понятия. Ну и что же вы знаете? Ничего не получится. Никакие мотивационные тренинги, как угодно называть можно это, разводилово, лохотрон, ничего. Могут быть консультации. Можно проконсультировать человека в том, что он не знает, что ему надо делать. Но любые мотивационные дела, которые вроде бы поднимают человека на какой-то уровень, да, как в сетевых компаниях, как в политических партиях, как в любых вопросах, оно ничего не дает. Правильность поступка может быть определена только со временем. Вы должны каждый поступок взвешивать, а потом его делать. Никто не может рассказать вам, как правильно. Только вы через свою душу, через свое сердце, через свой ум, через свои проблемы можете понять, что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно. Слишком сложно. Сама программа пребывание человека на земле, она сложная. Решить ее легко не получится. Решить ее быстро не получается. Только осознанному человеку есть один грех. Это неосознанность. Вот если вы осознаны, вы понимаете, что надо делать. Вот осознанному человеку учителя не нужны. Он сам все понимает. А дурака ничего не спасает абсолютно. И никакие мотивационные тренинги, никакие занятия, никакой лохотрон. Из маленького мальчика еврейского, повторяю вам еще раз, сделать олигарха не получится. Олигарх – это внутри человека сидит. Вот это бешенство по поводу денег, жадность. Умный он или тупой, наглый или хитрый, но это часть его характера. Нет характера, вам не помогут никакие мотивационные тренинги. Не тратьте денег. Не ходите на мотивационные тренинги. Ничего это не спасает. Информацию, которую вы получаете, вы можете получить где угодно и как угодно. Только работа над собой поднимает вас в глазах окружающих. Сами тяжело. Никто ничего не подарит. Гандапас – это Гандапас. И никаких мастеров, и никаких мастеров по тренингам он никогда не вырастет, потому что он волк, а те, кто сидят напротив него, овцы. Овцы с грязными жопками. А он волк. И овцы пришли у него просить. Ничего не получится. Сами тяжело. Понятно, что легче похоронить мечту, чем тяжело к ней идти. Однако только через собственные ошибки
через собственную кровь, через собственную пот и слезы вы можете чего-то добиться. На сегодня все.